и все, все будет известно. Будет ли работать на матчах Жилинский? Кто? Жилинский. Дим Жилинский? Да, будет. Сегодня про него высказался Кузнецов? Может, видел? А он забыл, что он Жилинский судил тот финал, где наоборот им завезли и потом вместе тусили в поезде. После медиалиги второй. Тот же, да. Тоже финал Жилинский тот судил. Финал. Тот же судья. Он думал, что как Клак Кент, как Супермен, Жилинский одевает очки, это другой арбитр. Нет, конечно, поэтому это же один тот же судья. Но он будет на трибуне для... Кто? Жилинский? Кузнецов. Для тебя это потеря? Для меня нет, это скорее потеря для Тудроц. Ну, именно для трафика. А? Для трафика. Ты думаешь, приходит смотреть матчи Тудроц из-за... Нет, ну, во время трансляции всякие события. Он оттуда умудрится навкидывать. Наоборот, ближе к народу, ближе к камерам. Поэтому я думаю, что те, кто захотят его снять, они снимут и на трибуне его. Какой будет